В начале данного видеоролика хочу вам всем порекомендовать канал под названием PvP Master Max. Это, ребята, мой хороший друг, он снимает блок Strike, он очень часто стримит, он снимает различные видеоролики типа зомби-выживания, типа выживания в Дезране и тому подобное. У него также, ребят, проходят разные конкурсы, проходят пиары каналов, так что, кому не сложно, перейдите и подпишитесь, сделайте этому парню очень приятно. Ссылка есть в описании, а мы продолжаем. Здарова всем, ребята, Кента ПК на проводе. И сегодня настал тот день, когда я могу сказать спасибо Room и Tibers. Вывели годное обновление. Ребята, именно сегодня вышла новая версия 4.2.5b. И в этой версии добавили кланы. Мы очень долго ждали. Правда, их реализовали не так, как я думал, не так, как я хотел. Но я скажу так, что я доволен. Все равно, ребята, меня все устраивает. В принципе, все очень круто, очень классно и очень годно. Вы у меня спросите, кентуха, давай уже показывай, не тяни резину. Окей, не проблема. То есть вы, наверное, спросите у меня, кентуха, как, допустим, вступить в твой клан, или как вообще вступить в какой-либо клан. Во-первых, ребята, вам необходимо иметь 15 левел. У меня, допустим, 12 левел, и из-за этого я играю без клана. Но смотрите, смотрите краткую инструкцию, если у вас 15 левел и выше. Вы, ребят, нажимаете на свой ник. После этого вы видите тут кнопочку тех клана. Вы на нее нажимаете. И у вас будет писать не так, как у меня требуется уровень 15. Вы, ребят, на нее нажимаете, и у вас появится, сейчас вам покажу, что у вас появится. У вас, ребят, появится такая вот приставочка тех клана. И вы сюда пишете приставочку Boys, ну или приставочку своего клана. Допустим, мои подписчики, ну кому не сложно, кто не состоит в других кланах, пишите именно тех клана Boys. То есть это будет означать, что вы состоите в клане бойскауты. После этого вы нажимаете кнопочку ОК. Вы заходите на сервер, и, ребята, у вас справа от вашего ника, как мы видим у Анетки, появляется приставочка Boys. Как по мне, это очень круто, очень классно, очень годно. Room и Tibers, вам респект, просто, братва, вы лучше, просто обожаю вас от души, серьезно, просто от души. Очень ждал, очень круто, очень годное обновление. Также добавили две карты. Давайте я вам их покажу. Ну, в принципе, ребята, карты, ну, такие себе, но давайте их тоже покажу. Мне лично они не очень понравились. Так, вот, зомби выживания, карта Escape, кстати, на ней 24 человека, то есть довольно-таки большая и вместительная карта. А вот за это респект, да, вот на зомби выживания не хватает таких карт, что было бы 24 человека. Ну, ребят, карта Escape мне не понравилась, потому что она очень-очень маленькая. То есть, смотрите, вот это вот начало, вот это вот, видите, вот это начало, мы бежим-бежим дальше. И вот, ребята, сейчас, и вот это уже конец. Буквально 200 блоков мы пробежали, и это, ребята, уже конец карты. Вот поэтому мне эта карта не понравилась, потому что она очень маленькая. И у зомби 5000 хп. Короче, за синюю команду тут играть пипец как невыгодно. Давайте смотреть дальше. Вторая карта — это у нас Upland. Сервера, так, зомби выживания, карта Upland. И давайте мы зайдем. Так, куда бы зайти, вот. Один человек тут играет, нам никто мешать не будет. Карта Upland. Ну, скажу так, ребята, что эта карта немножко повеселее, она мне понравилась немножко побольше, потому что, смотрите, во-первых, тут есть хотя бы небольшое разнообразие. Небольшое, но разнообразие тут есть. Смотрите, мы можем запрятаться сюда, мы можем полезть наверх, мы можем запрятаться в нычку вон туда, мы можем запрятаться в нычку туда, мы можем запрятаться в нычку вон там еще сверху есть. Ну, я скажу так, что на этой карте хотя бы небольшое разнообразие есть. Поэтому этой карте я ставлю плюс. Ну что ж, на этом все. Кому не сложно, прямо сейчас поставьте большой палец вверх. Обязательно подпишитесь. Поставьте ваш царский лайк. Напишите какой-то комментарий. Напишите в комментариях, что же вы думаете об этом обновлении. А с вами был ваш Кента ПК. Всем удачи и всем пока.